Вот это наглость. Построили коту будку. Ну, будка, конечно, относительная, относительно, но... И пришел к нам опять наш друг ежик. Посмотрите, что он делает. Он залазит в будку кота. Пожрал. Вот здесь он покушал. Вот здесь он попил. Здесь вот наш Никита сделал вот такую вот, такие вот хоромы для кота. Представляете, да? Наш виноградник. Вся наша красота. Это сволочь, которая обычно у нас приходит в гости. Теперь она здесь живет. Посмотрите туда. Он спокойно улегся спать. Я так предполагаю, что кот сюда уже не придет. Вот так вот. Сегодня Никита построил коту новую будку. Постелил тут брусчатку. Да, у Люси сумасшествие. Люся, что с тобой? Это наша Люся. Вот эти, смотри, фары. Она просто... Она не понимает, как такое возможно в нашем дворе, да. Ёжики такие наглые. Люся, ну ты потерпи маленько, потерпи. Я думаю, что эта наглость пройдет. Хотя, не знаю. На Кубани ёжики вот такие. И теперь посмотрите, эта скотина уложилась спать. Обалдеть. Вот это наглость. Ну, не знаю, ну, места, конечно, всем хватит. Вопрос только, станет здесь Масяня спать с ним? Ежидзе, ты оборзел. Это Масин дом, выходи. Нет, он, по-моему, не собирается выходить, слушайте. Обалдеть, вот это наглость. То есть он пожрал, попил. И вот, у него здесь есть где поспать. Обалдеть. Ну, чтобы вы представляли примерно, вот. Там вот Люся сидит. Это наш дом. Никто никого особо не стесняется. Понимаете, да? Это не лесополоса. Это не где-то там на окраине деревни. Черта города. Вот она, будка кота. Люся, что ты изнемогаешь там? Да, понимание того, что рядом с тобой по соседству будет жить кот, а тем более кот еще с ежиком, это вообще, конечно, жесть. Бедная Люся. Я тебя понимаю, дорогая. Но ничего не могу поделать. Прости, дорогая.